Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Underhill. Мы только что на этом хаммере пробили эту стену и попали в непонятное. Но именно сюда уходили все террористы. Напомню, Underhill — это игра про террористов, да, если кто только прибыл на наш праздник жизни. И кроме того, это очень хороший и качественный хоррор, но я пока тут не увидел ни одного страшного момента. Обещают, что это все будет дальше, в прологе этого нет, а мы по-прежнему играем в пролог, он довольно большой. И в итоге мы попали... Что это? Похоже на какую-то лабораторию, чуть ли не Umbrella даже. Ладно, разберемся по ходу дела. Хорошо, у нас загрузка прям в начале серии, это круто. Так, сейчас нам будет оптимально вот это. Единственное, из него целиться неудобно. Надо будет другой дробан взять. Да, смотри, здесь у нас КПП. Твою мать, сколько у вас там? Так, ребята, мне нужен передыхать. Все не очень хорошо. Больно? Твою мать, попал. Просто попал. Как в этой игре принято? Один заметил, и все, сбегаются сразу все. Посмотрите, какая мяснина. Это же... Вот, вот то, что мне нужно. Ты там умер, что ли? Блин, я тебя жду. Да, смотри, умер. Я его прям хэдшотом залепил как надо. Так, вместо тебя я, пожалуй, все-таки вот это возьму. Оно почетче. Правда, у тебя подствольника, конечно, нет, но ничего меня устраивает. Хорошо, и вроде все передохли, теперь нужно бы лечиться хоть чуть-чуть. Ладно, хоть кровотечения никакого. Так, живем. Короче говоря, куда-то мы попали в нехорошее. Эта лаборатория меня расстраивает. А вы заметили, кстати, как ПНВ жрет батарейки? Это же просто пипец какой-то. Бифи, компьютер. А, хорошо. В предыдущей серии, среди прочего, вертолет сбила какая-то непонятная херь, которая... Я за ним погнался. То ли это человек был в каком-то костюме, то ли... Я не пойму вообще что. Но я за ним погнался, он по дороге ломал стены, расшвыривал просто всех. Твою... Да где я не вижу из-за красноты этой? Ты посмотри на него. Япона, мать, еще и граната влетела. Хорошо. А это будет непросто, да? Хотя, почему? Будет просто. Сейчас все сделаем просто как надо. Твою там. Давайте, родные. Идите сюда. Муха. Все или еще кто есть? Там заваруха жестко вообще идет. Так, ну допустим. Все бы хорошо, но... G36 еще бы прицел убрать.
кто тут и где тут нарисовался, я так и не понял. Откуда ты оттуда? Ненавижу Степу. Бежит. Я просто не люблю сюрпризы, поэтому лучше я его встречу на моих условиях. Вот так вот, скотина. Это тебе за прошлый раз. Фу. Неприятно. Что это вообще? Где я? Короче говоря, пролог такой... Он нас именно подводил, похоже, к тому, что происходит вот здесь, в этой, судя по всему, этой лаборатории. Лаборатория какая-то, что ли? Или что-то в этом духе? Он сервер какой-то с Retinal Scan. Я, понятное дело, сюда не подойду. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Подожди, я не могу взять? Могу. Нужно именно точно наводиться, тогда берется. Так, хорошо, еще есть желающие. Кажись спокойно. А, шоколадка. Все стекла побил, по-моему. Так, отлично. Идем куда? Потеряли меня, что ли? Это вы зря. Короче, это стекло, оно... Они через него прекрасно видят, а я вот не особо. Течем. Еще бежит. Ладно, потом потечу. Да твою мать. Все, надо отойти и маленько полечиться, иначе я сейчас просто растекусь как желе. Так, хорошо. Аптечек не так, чтобы много. Пойдет. Не знаю, этот дробовик. Я не особо люблю дробовики, но... Помните, я постоянно ругал дробовики в разных играх? В этой игре дробовик как надо. Стреляет на большие расстояния. Ну, то есть, чуть поближе к реализму. Потому что в некоторых играх дробовиком реально в упор не попадешь ни в кого. Разброс прям утрирует, какой-то дикий становится. Ничего, но зато кого-то я слышал за стенкой. А кого я тут мог слышать? Не знаю, может повыше чуть-чуть. Еще есть пассажиры? Офисы какие-то. Не знаю, а представьте вот так вот целый день сидеть в офисе, да, работать под землей. Я как-то работал в одном архивном бюро. По архивным документам сидел в подвале в налоговой. Короче,
Ой, зима как раз была. Дни короткие. С утра едешь на работу, темно. Заходишь в этот офис подземный, садишься, работаешь, дышишь этой книжной пылью. А в архивах это всегда там пипец. Пыли просто бумажные. Вы не представляете вообще, что такое бумажная пыль. Это настолько тяжело дышать, там реально в респираторах надо находиться. Просто когда перебираешь эти бумажки, ох, это беда. И, короче, с утра приходишь, темно, днем солнце встает, там день, светло. Ты заканчиваешь рабочий день, как раз уже стемнело. И ты такой, блин, приходил, было темно, ухожу, темно. Как вампир какой-то. Короче, вот так и жил. Сейчас твои подружки набегут. А я их как бы через это стекло видеть не буду. Поэтому давай-ка мы лучше куда-нибудь сюда вот. Твою мать! Да ты посмотри! Ах вы сволочи! Да что ж такое-то, а? Рвут просто, просто обманывают, я не знаю, как ребенка. Еще? Еще кто? Что ж так плохо жить-то с вами тут, а? Уже 52, я истекаю опять. Проклятые ублюдки. Ладно, хоть аптечка есть. Пойдет. Да, так я, походу, тут буду не жить, а выживать, если каждая стычка будет мне так дорого обходиться. Твою-то мать, он все равно успевает чуть-чуть зацепить. Ну что, девочки, все? Я уже боюсь. Туалет. Туалет и мигающие лампы. Но в этой игре я почему-то не боюсь. Окей. Книги почитать тут любили. И опять-таки стекла. Вот эти стекла, это просто замануха какая-то. Реально. Боты, они вообще прекрасно через нее видят. Это получается... Ну, с другой стороны, мы их быстрее убиваем, так что... Ладно. Я в смысле того, что в плане честности. Так, хорошо. Кто-то есть. Что? Парень, подожди, касатик, не ломись так. Сейчас, говорит, мы установим электричество, а потом... Да твою мать, ну куда ж ты убежал-то? А потом, говорит, нам нужно выйти на связь с Мией. Даже ничего не даст мне тут посмотреть, взять... Понятно. Пистолет убойнейший вообще.
after we get the power back on, take me to the blast door down there. That's how you get into the complex. It's guarded by... Комплекс? После того, как... Как электричество, говорит, включишь, отведи меня к бласт... Ну, то есть к гермодверям. Так мы попадем в комплекс. Где? Серьезно говорю, ничего не видно. Просто кошмар какой-то. А нормально. Еще. Еще чуть-чуть аптечек. Давайте использовать. Растрата добра называется. Так, это мы успеем включить. А больше что-то делать нечего. Ладно. Ну давай, сейчас он нас отведет. Я бы не знаю, ему хотя бы автоматик один дал, потому что на полу сколько раскидано. Хотя лучше пусть прячется, потому что такой навоюет. Учитывая тем более, какие здесь боты злобные. Так, парень, не спеши ты так. Не, ну мясо кровище в игре, конечно, сделано как надо. Враги брызгают только так, только в путь. Не знаю, от этого даже какое-то садистское такое удовольствие получаешь. Ага, вон ночь. Окей. Ну зачем ты прошел? Можно было слезу пролезть. Слезу, говорю. Все еще несу ерунду. Слева пролезть. Ну отлично, просто замечательно. Вы посмотрите, сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Больше десяти, 12, по-моему, там. У нас два пистолета, да? Это не самое лучшее оружие против такого количества противников. Если, конечно, мы не в фильме Джона Ву. К нам, говорит, идет один. Спокойно. Парень, не открывай эту дверь. Я сам, когда подготовлюсь, не лезь с пистолетами туда. Ну, парень, ну... Вау. Что можешь, печно? Получи. Куда же ты побежал? Твою мать. Живой еще, что ли? Короче говоря, это изначально было идиотской идеей. Вот так-то получше будет. А было круто. Мне понравилось. Круто, но тупо. Так, теперь я надеюсь, здесь будет очень много аптечек лежать, потому что, ну, по крайней мере, уже хорошо. Да, аптечек дают как надо. С двумя пистолетами такой. С песня! С такой в слоу-мо. Чух-чух-чух. Это было очень тупо. Но, не знаю. Хоть постановку бы нормальную сделали. Но я думаю, к тому моменту, когда чаптеры другие выйдут, уже и этот чаптер именно в плане постановки допилят. Ладно. А пока что давайте просто идти вперед и наслаждаться жизнью.
Как они тут лестницы любят, вот такие завитушками. Хорошо, и куда же мы попали? Вот сейчас мы, похоже, идем туда, куда надо. А тут? Мне нужны все аптечки, которые у вас есть. Так, понял. И здесь, походу, тоже ничего. Да что ж ты? Что ж ты будешь делать? Все, желающих нет. Ненавижу мониторы. Сломал его. Так, это что-то из области. Что-то там внутри явно нехорошее происходит. Какого? Ого, офигеть. Офигеть. Постарайся, говорит, спасти заложников. Мы, говорит, не можем туда попасть. Ты тут один сам по себе. Ну и что я тут сделаю? Что? Что это такое? Твою мать, я так и знал. Ловушка. Давай, давай, родной. Блин, я как раз поперхнулся. Ролеплей. Такой ролеплей. Нет, это реально очень крутая модификация. Я давно таких не видывал. Все сделано как надо. И чем дальше, тем интереснее именно сюжет развивается. К чему бы это все? We have received no such orders. We must not expose anyone other than the people on the list. You know that. I don't give a shit. Мы не получали, говорит, таких приказов. Мы не должны, говорит, таким образом избавляться от людей. Да меня, говорит, не волнует. Ты видел, сколько он наших убил? Присматривай, говорит, за ним. Так, ну на самом деле, давайте, наверное, на этом попрощаемся. Твою мать. А, как плохо все. Парень, хоть ты мне помоги. Чё, говорит, это такое? Это я, парень, я... Мне хана, я не знаю, что делать. Я бы хотел подвинуть что-то, задвинуть как-то, но похоже нет. Ничего себе. Что здесь произошло? Меня, говорит, сейчас вырвет. Эй, кто-то двигается. Ненадолго. Да. Вот это вброс. Это наш дом. Я уж подумал, я что-то неправильно делаю. Неплохой такой, кстати, домик. Его, конечно, мебелью обставить.
Так, ну и что, и на этом, наверное, будем прекращать на сегодня. Так, по ощущениям, мы прошли пролог до конца. И теперь уже приступим к основной части, то есть к Chapter 1, к первой главе. И там, соответственно, будет происходить уже нечто другое. А вот на фотографию, похоже, и девушка, которую потерял наш главный герой. Про это ничего нигде не говорилось, но по имейлам мы поняли, что... что наш герой недавно потерял кого-то ему очень дорогого. Не дай бог никому такое. Ну и в итоге, в общем, события развиваются. Автор очень любит такие длинные облеты. Я одного не пойму, если мы были там, то есть в этой непонятной биолаборатории, в итоге нас вырубили, если мы тут очнемся, то что? Это она сидит? Ох, камера, ты бы хоть поднялась чуть-чуть. Короче, увидимся через пару минут, когда мы облетим диван. Жутковато. Пипец как причем. My name is Michael. Меня зовут Майкл. Я адвокат. И даже больше. You know why you're here? Ты знаешь, почему ты здесь? You're here because ты здесь, потому что много людей погибло. Suspects, подозреваемые, civilians, гражданские, unidentified personnel, непонятные люди, полицейские, и даже твой отряд. Все мертвы. Тебя пока ни в чем не обвиняют. Все анализируется, но дело серьезное. Тебе есть что сказать? Помнишь что-нибудь? Хорошо. Думаю, нет. Я тебе одно скажу. Кто-то должен быть ответственным за это. Ты последний, кто остался в живых. Я думаю, что ты за это отвечаешь. Я думаю, я постараюсь, чтобы отправился прямиком в ад. Офицер, пожалуйста, покиньте нас. Простите его. Он потерял друга там. Это большое дело. Теперь это по всем новостям. В городе. Вся страна в испуге. Я слышал, что правительство направляет сюда армию, национальную гвардию, чтобы выяснить, что происходит. Но они пока что даже не вошли в комплекс. Поэтому пока что сейчас ты единственный, кто знает, что там происходит. Поэтому скажи мне. У меня приказы, мы возьмем его с собой. Да черта с два вы возьмете.
Да кто вы думаете, вы такие? Ты не хочешь знать. Забирайся его. Любопытнее некуда. Все закручивается, когда? Так, на самом деле, ладно, это уже пошло реально что-то новое, что-то интересное, и я думаю, на этом нам лучше бы прекратить на сегодня. А в следующей серии мы уже посмотрим, что же нас там ждет такого крутого. Я уже вижу, что это реально история начинает показывать себя с новых граней. Где-то круто, где-то интересно. Надеюсь, вам тоже нравится, потому что, блин, это реально такого уровня исполнения у нас не было со времен Cry of Fear или Black Snow. Не так много игр такого, собственно, масштаба выходит от независимых разработчиков, то есть от мододелов. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрите. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.